«Брать живым. Охота на чудовища под маской человека». Погоня была близко. Он дрожал от ужаса. То причитал: «Как гнусно я живу!» То кричал себе: «Мужайся!» Взял кинжал, но никак не мог вонзить его в свое горло. Попросил помочь. 9 июня 68 года покончил с собой пятый римский император Нерон. Об этом садисте никто не заплакал. Могли бы родственники, но Нерон от них избавился. Забил до смерти беременную жену. Убил свою мать, а заодно и тетку. Отравил брата за общим обедом и продолжал есть, пока тот бился в судорогах. Казни посторонних людей проводил массово и с изощренной жестокостью. При этом сумасшедшим Нерон не был. Нерон стал императором в 17 лет. Еще 14 лет правил. Сначала он всем понравился. Проявлял щедрость, мягкость. Народ его почти полюбил. Нерон ограничил патрициев в роскоши и принял меры против подделок завещаний. Он не был похож на отца, о котором говорили так: «гнуснейший человек». Однако гнилая кровь все же взяла свое. Нерон – это несостоявшийся образовательный проект, считает историк Андрей Можайский. Судя по воспитанию Нерона, он воплощал проект смешения всего лучшего в римском и греческом образовании. Но добродетель уступила место изъянам. Верх взяла дурная наследственность. Как сообщает римский историк Светоний, наглость, похоть, распущенность, жестокость и скупость Нерона проявлялись постепенно и казались юношескими увлечениями. Но даже тогда было ясно – его пороки от природы, а не от возраста. Лучшие планы Нерона остались на бумаге. Он, например, хотел продлить римские городские стены на 20 километров до порта Остия, а море по каналу подвести к Риму. Но кое-что Нерон все же построил. Для себя лично. Главной постройкой Нерона стал гигантский золотой дворец в Риме. От холма до холма. Внутри все действительно было покрыто золотом и драгоценными камнями. На входе стояла 37-метровая статуя императора. Дворец предназначался для самых омерзительных оргий. Обязательной частью праздников были казни. Нерон любил освещать помещения живыми факелами. Людей привязывали к столбам и поджигали. Свирепость и полный беспредел Нерона в конце концов привели к заговорам против него. Он их раскрывал и уничтожал заговорщиков вместе с семьями, прислугой и наставниками детей. Своего собственного учителя, выдающегося философа Сенеку, Нерон принудил к самоубийству. Сенеке было 70. Он вскрыл вены на руках. Кровь текла плохо. Разрезал вены на ногах. Все равно медленно. Пока умирал, диктовал обращение к Нерону. «Будь справедлив. Не используй власть бездумно. Власть развращает человека». Но Сенека говорил уже с монстром. Нерона остановило только восстание в войсках и приказ Сената – брать чудовище живым.